Сейчас я покажу вам некоторые маленькие хитрости, которые помогают при игре. Прежде всего, везде, где возможно, соскальзывайте пальцем по грифу, а не переносите его по воздуху и не подставляйте другой палец. Это очень экономит время и силы. Разумеется, нельзя это применять везде, но в ряде случаев это очень помогает. Например, в аргентинской мелодии Марии Луизы Анида есть такое место. Вот это вот соскальзывание мизинцем, вот это вот, гораздо удобнее в данном случае, чем подмена другим пальцем или перенос по воздуху. В той же пьесе чуть дальше есть такое место.